Ебать, не переживай. Все меня слушают. Да. Все злые. Сейчас бабы. Все злые. Я дурак. Надо было ее в больницу не ложить. Федоров вот этот отказался с инсультом ее брать. Федоров, да? Да, спасать ее. Мне по телефону говорит, а надо ее спасать, может, не надо. Ну, говорит, что за, говорит, за дурацкие-то разговоры ты ведешь со мной? А может, не надо? И так она 20 дней пролежала, похудела там, лежала как рабу, деревяшка. И не вставала, ее ложили, ей надо подниматься было, ходить. Ну да, сходить. Расхаживаться. Да. И понял я одно, эти сыновья ее завидовали нам. Ну. Вот, говорит, меня встретили на озере они. Говорит, ты столько живешь с нашей матерью. Мы несчастны, мы все расходимся, дочка ее несчастна 40 лет, все расходится, они расходятся, а ты живешь с матерью так долго. Человек известный, но вот жену беречь мне, сука, мне отдавать, даже сыновьям ее, правильно? Ну, правильно. А? Не надо было отдавать пророку Самбоя. Это злость была.